Да куда, юноша? А вы фотографируете? Я понял. Ну что, мы с вами с хорошим настроением приехали в хорошее достаточно место. Вид шикарный. На улице, глядя на меня, достаточно тепло, мне кажется. Не знаю, как вам. Кто-то замерз? Так я не понял, от чего вы замерзли-то. На улице хорошая золотая осень. Я думаю, что вы, когда ехали сюда, любовались великолепнейшими видами, действительно. Правда, говорят, что это все быстро очень облетит, зима будет скорой, но это не об этом. У меня к вам есть, прежде чем мы что-то уйдем, несколько таких предостережений. Первое. Обратите внимание, там, где лежат круглые хорошие дорожки, немножко сгнившие, они все скользкие. Пожалуйста, на них не бегайте, не прыгайте, в пятнашки не играйте. Чтобы не поскользнуться, не упасть, мало ли чего не сломать дорожку. Да? Самое главное себе ногу не сломать, ладно, или руку, или еще что-то. Потому что при любом падении может быть все что угодно. Я зимой подскользнулся, упал, до сих пор болит плечо, у меня там два самореза и все прочее. Это не смешно.